Но начнем мы с другой новости. Сразу три ребенка выпали из окон домов в разных городах региона. Пострадали двухгодовалая девочка и мальчик, и девочка 4 лет. Сейчас они с различными травмами находятся в больницах региона. ЧП произошли в Иркутске, Ангарске и Железногорске Илимском. Все случаи связывают с недосмотром родителей. По этой же причине в Тайшете чуть не утонула годовалая девочка. Она купалась в ванне, которая стояла в огороде частного дома. Где в это время были ее родители, выяснят сотрудники Следственного комитета. Они уже занялись расследованием всех происшествий. А в Иркутске девочка 2013 года рождения поступила в больницу с сильными термическими ожогами. Она опрокинула на себя таз с кипятком.